А сколько я работаю, много деревьев сидит. Ну, я не знаю. Я еще не считаю. Понятно. Много. Каждый год много. Возможно, все прижились. Это у вас садили нормально, лишние ямки покопали. И... Смотря как перцы, они взлетели. Вот такое дерево. Если с комом нормальным, хорошим, то оно приживется все. Если ком, ну, плохенький, то тогда, конечно, проблемы. Приживается где-то на процентов до 50. Если маленький. Ну вот это нормально. Сегодня производится подсадка новыми деревьями, крупномерным посадочным материалом. В количестве 20 штук высаживаются липы на объекте благоустройства зеленого хозяйства Ленинского района. Площадь данного объекта более 2 гектаров. Липы приобретены в питомнике запорожском за городской бюджет. Во всех административных районах города в этом году высаживаются деревья, не только липы, а и клены астролистные, и акации шаровидные, и ясеня плакучие на всех объектах зеленого хозяйства. В осенне-зимний период планируется посадить всего 1100 деревьев. На сегодняшний день посажено порядка 700 деревьев. В общем, за средства городского бюджета в этом году, если учитывать весенний период, высажено более 1400 деревьев. А вообще по городу, на всех территориях, если смотреть, и лечебные учреждения, дошкольные учреждения, высажено более 5000 зеленых насаждений. Это и деревья, и кусты. В Запорожье, вы же видите, какие деревья. Мы берем не просто деревья, а они уже сформированы с комом земли. Более 8 лет их возраст, которые приживаемость в нашем городе составляет, мы делали такой мониторинг, где-то 97%.